Всех приветствую на канале Animal Life. Невероятное преображение тигрицы, спасенной из зоопарка. Почему многие люди выступают против зоопарков? Дело в том, что далеко не во всех зоопарках соблюдаются все условия содержания животных. Техасский зоопарк, в котором жила тигрица Эйша, оказался одним из таких. Эйша жила в одной клетке со взрослым тигром. Тигрица почти не доставалась еды, потому что взрослый тигр отбирал у нее пищу и обижал. На момент обнаружения Эйши сотрудниками регионального департамента сельского хозяйства США, бедное животное весило всего 13 килограммов. Норма веса тигрицы в возрасте Эйши составляет 60 килограммов. Тигрица была голодна, а почти вся ее шерсть выпала. Животному очень повезло, потому что ее вовремя заметили нужные люди. Сотрудники департамента сельского хозяйства связались напрямую с службой спасения животных, и за Эйшей тотчас приехали. Тигрица попала в хорошие руки. Вика Киаки является основателем службы спасения диких животных в Техасе. Женщина лично взяла под контроль процесс лечения Эйши. Всего за месяц больная тигрица полностью выздоровела, набрала вес. Ее шерсть стала густой, а в глазах появился живой огонек. Через 2 месяца тигрицу познакомили с полосатым собратом по имени Контрабандист, и она обрела счастье. А как вы относитесь к зоопаркам? Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!